Уважаемые друзья, дорогие коллеги, вы знаете, что в этом году впервые правительство Кировской области учредило Всероссийскую литературную премию имени Михаила Графча Салтыкова-Щедрина. Я думаю, что не надо объяснять всем присутствующим здесь, почему премия имени Салтыкова-Щедрина, мы находимся с вами в доме музея писателя, в том самом доме, в котором он провел в Дугатской ссылке. Действительно, в прошлом году приняли решение об учреждении нескольких литературных премий. То есть дело в том, что у нас литературные премии существовали. Я говорю сейчас про такой уже уровень межрегиональный, всероссийский, даже немножко международный, поскольку участвовали у нас и представители Прибалтики, Украины, Белоруссии. И вот таким мероприятием у нас было вручение литературной премии Грина, на которой многие здесь присутствующих принимали участие. Но мы посчитали, что у нас на Вятке есть имена, которые, там, естественно, не забыты, которые активно поддерживаются, и влияние которых не только на наш славный город, но и на Россию в целом таково, что будет правильно, если будут учреждены соответствующие литературные премии. Мы предполагали, что активность по этой премии будет из года в год возрастать, поэтому для нас было важно посмотреть, как пройдет, собственно говоря, первые номинации, первые представления. И для нас было приятной неожиданностью, что было это достаточно активно. 16 было там кандидатов заявлено на эту премию. Диплом лауреата премии имени Михаила Графча Салтыкова-Щедрина присуждается Смирновой Ольге Владимировне за создание литературного произведения «Новый поребрик из бордюрного камня». Я вас поздравляю. Это диплом. При этом мы решили, что диплом не ограничивается неправильно, то есть нужна еще и соответствующая материальная составляющая. Ну, книжка, она о двух таких милых персонажах, питерцы и москвичи. Но на самом деле, конечно, питерец и москвич — это олицетворение горожан вообще. То есть питерец — это такой старомодный горожанин, а москвич — это такой современный горожанин. Поэтому я очень рада, во-первых, потому что... Самые современные еще святки живут. Безусловно. Ну, раз у вас бордюр, то совершенно очевидно, что старомодные остались только в Питере. Санчевский еще у нас может быть. Заедем. Поэтому очень приятно, что Вятка заметила моих питерцев и москвичей. Может, конечно, не только питерцы и москвичи, а просто вот такие вот чуть не горожане.